بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. В продолжении ситуации в Ингушетии, где ищут ребят, молодых парней, которых обвиняют в связи с ИГИЛ, в связи там с какими-то организациями, в том, что они там вышли против власти и так далее, опять появились там новые лица. И этот ролик будет ответом на ролик Ахмеда Бархо, в котором он задал мне некоторые вопросы, точнее, не столько вопросов, сколько он проанализировал ситуацию, дал свою оценку и попросил меня это прокомментировать в своем видео. Это случилось после того, как я задал вопрос Хамзату Чумакову на своем YouTube-канале. Вы можете пройти, послушать, посмотреть. Итак, ситуация очень напряженная, ситуация очень неоднозначная, я бы даже сказал. Ахмед Бархов в своем ролике говорит, что эти ребята, которых ищут, которых разыскивает власть, а некоторых разыскивают и родственники, что они связаны с ИГИЛ, говорит Ахмед Бархо. И мне он задает вопрос: если ты их не критикуешь, так условно говоря, то означает ли это, говорит Ахмед Бархо, что ты, то есть я, поддерживаешь ИГИЛ? Ситуация далеко не однозначная, и у меня был бы встречный вопрос для начала к Ахмеду Бархо. А с чего он взял, что они вообще приверженцы ИГИЛа, именно ИГИЛа? Это первый вопрос. Но давайте сперва разберем отношение к ИГИЛу, мое личное отношение. А потом уже будем все это связывать воедино именно с этой ситуацией. Я считаю, что ИГИЛ принес очень большой вред для уммы мусульман. И вред этот заключается именно в методах, с помощью которых они стремились к какой-то цели. То есть объединить мусульман, как они говорят, создать единое исламское государство и тому подобное. Именно методы, которые они применяли, именно их отношение к несогласным, к людям, которые сомневаются, еще не окрепли, именно это их отношение стало причиной того, что от них многие отвернулись, и в итоге они остались без поддержки основной части исламского мира. Когда зарождалась ИГИЛ уже как ИГ, то есть исламское государство, это произошло где-то в 2014 году, если не ошибаюсь, они тогда заявили о создании, о том, что они стремятся воссоздать халифат. И я помню этот момент, это примерно было лето, если не ошибаюсь, июнь 2014 года, поправьте меня, если я ошибаюсь. Очень многие мусульмане начали к ним прислушиваться. На тот момент ИГИЛ не делала то, что они делали впоследствии. По крайней мере, это не было видно. И большинство мусульман об этом не знало. Начались споры между ними и другими движениями за объединение мусульман, так сказать, которые на тот момент находились в Сирии, споры между ними относительно того, является ли вот этот их, которого они выбрали, Абу-Бакр Багдади, является ли он халифом или нет. Вопрос на тот момент стоял только в одном. Могут ли они неизвестному никому человека, то есть Абу-Бакра Аль-Багдади, выбрать халифом всех мусульман? Только в этом, на тот момент еще, до того, как большинство этого мира, включая мусульман, против них ополчилось, на тот момент стоял только в этом вопрос.
по крайней мере, публичная дискуссия. Я там слышал, что и были какие-то закадровые разборки, там обвинения друг друга и так далее. Но в основном дискуссия была вокруг того, что они, не имея никакого права, так им их оппоненты говорили, что они, не имея никакого права, выбрали себе халифа, и этот халиф не может быть халифом всех мусульман. Вот так им оппонировали. Они же, в свою очередь, отстаивали свою точку зрения. Затем уже после этого отношение к ним изменилось. Но на тот момент очень огромное количество мусульман готовы было, я же помню все это, закрыть глаза на этот фактор, что вот они выбрали человека, который никому не известен, что всех мусульман не спросили и так далее и тому подобное. То есть в исламе, как мы знаем, есть выборы, и в нем участвует большинство мусульман, либо люди, которые обладают влиянием среди мусульман. И в данном случае этого не было. Но многие мусульмане готовы были закрыть на это глаза, потому что сама идея была для них интересной. И после этого ИГИЛ начал, то есть цель у них была одна, которая многим нравилась, но методы, которыми они решили к этой цели идти, отвратили от них большинство общества исламского, в частности, которое, в принципе, потенциально могло бы их поддержать на тот момент. Они начали убивать очень многих, в первую очередь, не мусульман, совершать различные нападения на мирных жителей, в том числе в европейских странах. Ни один адекватный человек не может себе позволить и оправдать атаку на мирных жителей, в том числе на немусульман. Не можно, нельзя просто взять, расстреливать, убивать. Я уже не говорю о тех казнях, которые они применяли в отношении военнопленных. Сжигали их, взрывали, топили. Все это делалось с высоким разрешением, использованием камер высокого разрешения, с качественной съемкой. Они сделали из этого шоу, реально шоу. Это то, что противоречит методу и пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пророка Мухаммада, мир ему. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не делал шоу из наказания и не применял наказания там, где его не нужно применять. То есть они делали ИГИЛ делала в основном ставку на жесткости и на уничтожении. Там, где можно было проявить милосердие даже, они все равно выбирали жесткость и уничтожение. Их риторика была крайне агрессивной и крайне не терпящей какого-либо возражения. Любое возражение, и теперь уже с немусульман мы переходим на их отношение к мусульманам, любое возражение ими воспринималось в штыки, и они практически сразу же обвиняли человека в неверии, то есть выносили ему такфир. Это стало очередным фактором, почему большинство мусульман от них отвернулось. И все в совокупности, вот эти убийства, казни, нападения на мирных жителей, мусульман и не мусульман, обвинения всех, кто с ними не согласен, либо не согласен с их методом, даже если они, в принципе, их поддерживали, но не согласны были с их методами, этих людей такфирили и многих даже убивали. Есть случаи, когда в Сирии, в Ираке ребята, которые участвовали, были частью вот этого ИГИЛ, не понимая, что там происходит, то есть брали вот эту теорию, к которой они стремятся, то есть к единому государству, и ехали туда, и когда на свои своими собственными глазами видели эту жестокость, это отсутствие милосердия
и тактичности, и вот этого мягкого, красивого нрава, примером которым для нас является пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они видели отсутствие всего этого и делали замечания, было много случаев, когда их просто за замечания такфирили и некоторых даже убивали, а некоторым приходилось оттуда уезжать в спешке, потому что их могли убить. И вопросы не касались религиозных моментов, религиозных догм, а отношения. Почему ты, допустим, на этого накричал? Почему ты здесь себя жестко повел в отношении этого? Почему ты его ударил? И за это могли тебя затакфирить и где-то даже убить. Поэтому им ИГИЛ, я еще раз говорю, нанесло колоссальный вред имиджу мусульман во всем этом мире. Мы знаем, что много несправедливости в отношении ислама и мусульман происходило, в том числе и информационной. Много наветов было, много неправды в отношении мусульман распространялось и распространяется по сей день по всему этому миру. И на Западе, и у нас на Кавказе, и в России в целом. Но то, что сделала ИГИЛ, не было такого момента, я не знаю вообще привести из истории, чтобы так сильно испортить имидж ислама и мусульман. В первую очередь, я даже не говорю о немусульманах, среди мусульман испортили имидж ислама. Вот какое мое отношение к ИГИЛ. Теперь возвращаясь к тому, что говорил Ахмед Бархо в своем ролике. Он говорит, что эти ребята являются игиловцами. То есть эти ребята ингуши, которых разыскивает власть, некоторых из них разыскивают их родственники, он говорит, что они игиловцы. Опять-таки, повторюсь, встречный вопрос Ахмеду Бархо. С чего ты это взял? Почему ты решил, что они игиловцы? Потому что вот этот Эльдиев парень, который погиб, нашли мертвого, если быть точным, и на нем был его покрыли игиловским флагом, поэтому ты так решил? В своем аудиообращении, которое он записал своим сестрам, если не ошибаюсь, он слова не говорит про ИГИЛ. Почему ты решил, что он игиловец? Откуда все это? Это раз. Второе. Я говорю, что в этой истории очень много вопросов. Очень много, большое количество вопросов. Очень все неоднозначно. И я не исключаю до сих пор, что это является провокацией российских спецслужб и из числа русских и из числа местных коллаборантов ингушской национальности. Просто это не первый раз происходит. Это было уже и ранее, много раз. Они сперва похищали людей, пытали их, издевались над ними. Некоторых заставляли делать обращения, писать письма. А затем их либо расстреливали, либо заводили на них уголовные дела. Но в итоге они остановились, были чистыми, то есть власть. Мы же их разыскивали, они типа не у нас были, а все это время эти люди сидели где-то в подвалах. Их пытали. Я знаю лично примеры. Сунсейн, примеры Жоус, я могу даже имена назвать, если мне дадут добро. Вот здесь парень сидит, далеко идти не надо. Здесь со мной, вот здесь он сейчас находится. Этого парня в Ингушетии пытали. Пытали ингушские ЦПшники. Ингушская власть его пытала. И ингушская власть подала его в розыск в тот момент, когда этот человек находился у них. Представьте себе, а они его пытают. И требуют от него, чтобы он взял на себя вину, что он где-то там планировал теракт. Так случилось, что этот парень выстоял. Правда, после этого он много месяцев ездил на инвалидной коляске. И до сих пор у него инвалидность. Но так или иначе,
он выстоял. Но от него требовали, чтобы он взял на себя вину, что он там где-то планировал что-то взорвать, убил кого-то, планировал убить кого-то и так далее. Но он это на себя не взял. И когда у них это не получилось, когда дело стало достоянием общественности, когда случился резонанс, что, знаешь, что сделал, вот, Ахмед, знаешь, что сделал власть, ЦПшники, сунета абу Ахкушбол Нахби, по мнению Чумакова, Хамзата, они его привезли уже весь всего помятого, уничтоженного, поломанного, запытанного током. Ему прям в горло запускали провод и пытали его током. Чего только с ним не делали. Вот этого парня они привезли и сказали, мы его нашли где-то там. Я сейчас не буду говорить место, чтобы не знали, о ком я говорю. Он вот валялся, он куда-то упал, он был весь поломан, мы его нашли таким образом. И теперь вот ты должен понять, что это их методы. Это не первый раз они делают. Теперь ты можешь поклясться Аллахом, что эти ребята не находятся в руках ментов сегодня. И что это обращение, которое это делал этот парень, Эльдиев, что он это не делал находясь рядом с ментом, которые их заставляли. Я не говорю, что это так, но мы пока еще не разобрались. Поэтому я это к тому, с чего ты взял, что они вообще игиловцы. Вот этого я не могу понять. Почему сразу же идет обвинение их в этом? Ты говоришь, с большей вероятностью. Ну, с большей вероятностью, учитывая, что делает власть, ее методы, нельзя сказать, что с большей вероятностью они приверженцы ИГИЛа. Как раз-таки с большей вероятностью они являются жертвами этого режима. Вот этот момент нужно тоже прояснить. Когда он прояснится, и если реально окажется, что они были игиловцами, тогда мы будем уже по-другому на это реагировать и как-то это комментировать. Но на данный момент есть все основания полагать, что это провокация властей. Это второе. Третье. Давай предположим, что они реально являются игиловцами. Чисто вот, гипотетически. Что такое игиловцы в твоем понимании, в нашем общем понимании? Это люди, которые подконтрольны там каким-то там структурам ИГИЛа. Правильно я говорю? Но мы все знаем, что ИГИЛ на Кавказе, именно у нас, все те ребята, которые так или иначе давали вот присягу ИГИЛу, в действительности они всегда были одиночками. В действительности, де-факто, они всегда были самостоятельными, автономными, и практически их никогда никто не вел. Никто их не контролировал, то есть не было вот этой иерархии власти и так далее. Они ее не чувствовали. Они просто формально давали кому-то там присягу и делали свое дело. Теперь вопрос. С чего мы взяли, что эти ребята реально кому-то подконтрольны? Если, подчеркиваю, они действительно дали там кому-то присягу, ИГИЛу и так далее. С чего вы взяли, что они кому-то подконтрольны? С чего вы взяли, что их действия, вот их взгляды, вот связанные с ИГИЛом, они аутентичны тем взглядом, который практикуется именно в классическом понимании властями, так сказать, ИГИЛа. С чего вы взяли, что они такие же? Вот вы говорите, что этих ребят обманули, имея в виду, что они там якобы являются ИГИЛовцами. Хорошо.
Кто их обманул? Это 20, 21, 22 года парни. Что значит обманул? Я этого не понимаю. И где они говорят, что они будут преследовать мирных мусульман и не мусульман? Где это взято? От того, что они ментов хотят завалить? Ну, противоборствование вооруженным властям не является чем-то порицаемым и не может быть порицаемым. Это везде практикуется. Те же украинцы это практикуют. Еще раз привожу пример. Если в Крыму, в оккупированном Крыму, обычный гражданский украинец, фермер, который никогда в жизни не держал в руках оружие, возьмет двухстволку, рогатку, топор возьмет, не знаю, что-то там, вилы, грабли, и пойдет и настучит по башке другому украинцу, который служит российским оккупационным властям в Крыму, будут ли претензии к этому фермеру-украинцу? Нет, не будут, потому что он защищает свою территорию от врага, от оккупанта. Тогда почему к этим ребятам может быть претензии только потому, что они выступают против ментов? Это в том случае, еще раз подчеркиваю, если они реально самостоятельны, если реально они, это все не является провокацией служб российских. Где эти ребята говорят, что они будут там убивать мирных жителей, суфистов? Не знаю, где они говорили или говорят, что они будут убивать там мусульман или не мусульман, мирных жителей. Где это вот? Покажи мне это. Я этого не видел. Вот как только это будет, вот тогда мы дадим этому свою оценку. Потому что я считаю, что это абсолютно недопустимо. И неважно, будут ли это эти ребята, буду ли это я сам, кто бы то ни был, если этот человек будет причинять вред мирным жителям, будь то мусульманам, не мусульманам, суфистам или не суфистам, только потому, что у них другое мышление, мировоззрение, религиозные взгляды, если он будет их притеснять, то этот человек является вредителем с точки зрения ислама, золимом. Однозначно, потому что это не метод пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, так не поступал. Я тебе больше скажу, Ахмад. Меня многие могут за это критиковать. Но я противник того, что было в Беслане, в Норд-Осте, в Буденновске. Я противник этого. Это неправильные методы. Мы не должны так поступать. Это все является противоречием пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В моем понимании, я вот так это вижу. Я являюсь противником того, чтобы на машине кто-то садился и въезжал в ярмарку там и так далее, будь то в Европе, в России. Если кто-то сегодня пойдет и взорвет автобус обычный, городской, с обычными гражданами в России, и пусть весь этот автобус будет забитый сторонниками России и сторонниками оккупации, вот будет у них мышление, я буду против этого. И тот, кто это сделает, будет неправ, и это будет преступник в моем понимании. Не имеем мы права трогать вот этих обычных мирных жителей. Другое дело военных, другое дело тех, которые вооружены и применяют и готовы применить насилие в отношении нас, которые хотят деоккупировать наши территории. Поэтому, если эти ребята в будущем как-то тронут мирных жителей, и у нас будет доказательство, что это сделали они, реально, что это сделали они, добровольно, подчеркиваю, добровольно, непринужденно со стороны властей. И если это не будет провокация властей, то мы их осудим.
Но пока, в данный момент, за что их судить? Что они сделали такого? Вот объясни мне, пожалуйста. Я этого не понимаю. И еще хотелось бы добавить. Ты в основном говорил именно о ИГИЛ, поэтому я тебе говорю именно о ИГИЛ. Там были и другие моменты, там про Европу, про там Украину и так далее. Но мне больше показалось, что тебя в моем случае больше всего волновало именно вот этот момент, связанный с ИГИЛом. И поэтому я тебе его объясняю. И еще добавлю напоследок. Как я смотрю на ситуацию с этими молодыми ребятами, которые вышли, если они, подчеркиваю, сами вышли против властей. Если реально эти ребята вышли сами, если они реально, и это не провокация служб, что они сами добровольно, поразмыслив, осмыслив, проанализировав ситуацию, вышли на этот путь, против властей, подчеркиваю, не против мирных жителей, мусульман или не мусульман, не против там суфийских обычных жителей там или салафитских, а вот против именно властей, если они вышли. Как я на это смотрю? Я, во-первых, считаю, что в своей основе никто не имеет права их критиковать, никто не имеет права говорить, что они обманулись и так далее. Это их взгляды, и это их полное право, потому что сегодня на наших землях оккупант. Ты можешь так считать или нет, это твое дело, Ахмед Бархо. Но мы это так видим. И де-факто, и де-юре это так. На протяжении сотен лет нас уничтожает Россия. Вот что бы вы ни говорили, нас уничтожает. Мы находимся сегодня у нее в рабстве. Под оккупацией. И любой имеет полное моральное право сопротивляться этой власти вплоть до вооруженного сопротивления. Но, еще раз говорю, в случае с этими молодыми людьми, учитывая сложную ситуацию на Северном Кавказе, учитывая то, что у нас нет тыла, что у нас нет вооружения, что у нас нет поддержки, что мы, так сказать, до сих пор оставлены сами себе, я считаю, что то, что они сделали, нецелесообразно, что это является губительным для них, не для их духовных ценностей, не духовного мира, а практически для них это губительно. Если они погибнут на этом пути, если это не провокация, подчеркиваю, если они реально самостоятельны, это их свободный выбор, и они не тронут никого из мирных жителей, будь то суфистов, салафитов, не салафитов, там, мусульман или не мусульман, то мы говорим, иншаллах, шахиды. И вот этот парень, который там погиб, мы говорим, иншаллах, шахид. Аллах дал, дьякал волос. Даже если это провокация, его убили, что больше всего вероятно, именно так мне это видится, то иншаллах он шахид, потому что это жертва обстоятельств. Но я считаю, что им лучше было бы этого не делать, потому что у нас очень сложная ситуация, у нас нет возможности выходить и сегодня это делать. Другое дело, если у нас будет поддержка, если нас будут как-то поддерживать и так далее. Тогда да, но не сейчас. Поэтому я еще раз говорю молодежи, не надо идти на такие крайние поступки. Тем более там нападать на каких-то рядовых ментов, ППСников, ДПСников и так далее. Никто не может вас осудить за это важно. Никто. Потому что вы имеете на это полное право. Но это губительно. Это не поможет делу. Вот этих предателей, ДПСников, ППСников, вот этих обычных рядовых ментов, они меняют как перчатки. Властям России плевать и чихать на этих людей. Погибнет один ППСник, ДПСник, они заменят его двумя-тремя. Это предатели. Предателей не берегут. Их уничтожают, как пушечное мясо.
вот как сегодня отправляют в Украину, как пушечное мясо наших, вот так и они и там же и погибают. Поэтому не стоит этого делать. Я еще раз призываю нашу молодежь не идти на такие меры. Если у вас есть правильные взгляды, если вы болеете сердцем за деоккупацию, если вы хотите прогнать Россию с наших территорий, алхамдулиллах, это хорошо. Есть очень много других возможностей, как помочь общему делу. Реально. Самим, даже будучи одними. Есть очень много, не подставляя себя, своих близких и так далее. Кстати, это отдельный вопрос, мол, раз они вышли, теперь будут проблемы у родных и так далее. Но это не аргумент. Меня, мои родственники, в том числе ингуши, с материнской стороны, у меня мать ингушка, отец чеченец, они меня днем и ночью проклинают. У них проблемы из-за меня могут быть, или там у кого-то вроде уже есть. И что теперь? Мне теперь нужно остановиться? Нет, я не буду останавливаться, потому что я на правде. От того, что они не хотят меня поддержать, это их проблемы. Как бы я их не любил, как бы они мне не были дороги, это мои родственники. Я их люблю. Но что мне теперь делать? Остановиться из-за них? Потому ведь есть более глобальная, более серьезная проблема. И эта проблема важнее моей жизни, жизни моих родственников. Намного важнее, чем наше благополучие и наша спокойная жизнь. Поэтому я не считаю это аргументом. И когда вот некоторые отказываются от них, от своих ребят, это неправильно. Не отказывайтесь от них. Я вот смотрю, как Боковы ходят, как их бабушка этого Амира Бокова записывает обращение. Ну, прям сердце разрывается, реально. Видно, что они реально болеют за своего мальчика, за своего парня. И это очень красиво, и это говорит о том, что есть у нас еще вот это мужество бороться за своих. И нужно, и остальным нужно так же делать. Не надо прятаться от проблем. Нужно защищать своих. Я понимаю, что вы не можете сказать, что он прав и так далее. Это если это не провокация, во что я верю, что это провокация. Но отказываться не нужно от них. Не отказывайтесь от этих ребят. Это наша гордость. Вне зависимости от того, являются ли они участниками, добровольными или недобровольными. Сидят ли они где-то сейчас в подвале или нет. Пытают их сейчас или нет. Это наша гордость. Вся наша молодежь, мальчики, девочки, парни, девушки. Это наша гордость, это наше будущее. Не отказывайтесь от них из-за их правильных выборов. Это если выборы, если они реально это сделали. И это не является провокацией службы. Исторически все герои, которые воевали против оккупантов, во всех народах, во всех обществах, религиях, эти люди всегда становились причинами проблем для своих родственников, для многой части своего народа. Но впоследствии их все равно героизировали и возносили на пьедестал. Всегда их возносили. По-другому не бывает. Поэтому этих мальчиков не трогайте, не обижайте их, не оскорбляйте их, не называйте их обманутыми и так далее. Либо это провокация служб полностью, и эти мальчики не от себя действовали и действуют. Возможно, даже они где-то находятся в заточении. Либо кто-то из служб их вывел, это тоже может быть. То есть службы сами это сделали. Этот мальчик мог записать это аудио
реально веря в то, что он выходит против властей, а потом их могли всех задержать, посадить куда-то в подвал, одного расстрелять, чтобы обвинить его в нападении на пост, а потом впоследствии и других будут расстреливать. Так что это не исключено. Все эти моменты нужно анализировать и учитывать. Не надо сразу же обвинять их во всех смертных грехах. Тем более, что они не говорили ни слова, что они будут причинять вред мусульманам или не мусульманам из числа мирных жителей, суфистам или не суфистам. Даже если у них другие взгляды, они нигде этого не говорили. Не приписывайте им то, чего они не говорили. Не приписывайте. И ты, Ахмад, тоже не приписывай. Я знаю, что ты адекватный человек, Ахмад, и что ты не делаешь это со зла, но ты не прав. И тем более не права ваша власть, оккупационная власть, в рабстве которой вы находитесь сегодня. Аллах дал мусульмнях борца боб, Аллах дал мучхама лор боб, ишкигинах, Аллах дал дегал вол, сдакалга вол, жо замсык из ши иллю, ши китам болж, эрвян, сдакалга вали, из кестовья бек бачиш, цар шож звин вали, Аллах дал дегал вол, Аллах дал низ боб цар гыргал наха, цан отказаться дячан, отказаться цидячана, Аллах дал мучхама лордолчу. Яхсы гык ал бизм буарсыз, камял дя юл жол. Сохох кетрун, иш тхэ бухун гыргылнах. Тхун сэгэт дэж бухун, тхун проклинат дэрэж бухун. Тхо кет, ну иш тбэкэ маанах, иш дэла хакалат кэр дине. Дэтэц цэр тхо, кэсту цэр тхо. Ханах бабу цар, цугаскыш, цуэдалу. Нах калнах, маанах, дакулыш, пытать бу цар. Культурно полностью уничтожать дежлах царвай. Так цац бол кигинах, маанах, аэр болк, тху рездац улкая. Камял дадыч утмыч ут цар. Камял ададыч шейвы ях чарху амутуавай. Яныш имамыш бы ях чары, хо террориству, хо экстремиству ол, А Эдала Духл Хамуалжа. Да, совет тейпов яхаш баржба ахайша. Экстремистыш, террористыш. Эдала Духл Хамянчо. Эдала Духл Вядычо. Террорист яхаш бах. Фудед дэвэй цанхат. Фудед язва. Сухух кетхуни. Сун хылых етхуни. Хайялхыш. Хулыц избал булжа. Искянька цахуя агавалады. Тикяхдар яна хетсун. Аллах дал мучхамал орвулс, Аллах дал дикан цикач волс, мацкач да. Но истыхан цан дакар вуди, из буца цар ханц кары уатыш, из цан дакар вуди, аз дал чуава моюшуан, из кастве гушуан, из путахтве гушуан. Цыны тыханы со адас, цаны со ханц тыхан дакар вахшы со кастве гуцар. Добровольно со ваха-ваха аз дасы дич, Ашхады бирляхи кэствэг муфу царсу. Валлахи, биллахи, таллахи пытахтвэг муфу царсу. Сисыз вахуш. Бэйх мэлдол, амялыш дэш. Ирч мэлдол, хамаж лилдэд мэд царсун дэ. Такка, со, кэрмушт вуд цар. Ишт хамды, Аллах дал муч хамалор болбуш. Аллах далы дикэнц, могж мэш болуш. Цина тухыл пыш, цу адла кэрэца болхуш. Со адали над ними власти и отш. Аллах дал не злобшу. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.